В Иванове состоялась традиционная встреча с воспитанниками клуба «Росток». Этой организации уже 6 лет, и регулярно в начале года ребята получают подарки. На этот раз театрализованное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья подготовили члены ученической думы. Молодежь представила старую сказку на новый лад. Главный герой представления, Колобок, помог дедушке и бабушке добыть елку, а дети все вместе ее украсили. Теплые слова в адрес ребят прозвучали и от главы города Иваново Вячеслава Сверчкова. Он подарил воспитанникам клуба фотоаппарат.